Зубы, блин. Меня очень сильно напрягает, когда, блядь, ресты не могут дисплеить. Вообще, как саппорт класс выступали. Не могут продисплеить. Ретрики тоже саппорт класс. Ну я танком-то дисплею. Если брать. Когда я дисплею. Тут просто прикольно. Все продисплеют. Будет на кого-то надеяться. На кого-то надеяться. Нурлет кричит, дисплел, то я. Опять секунд стрим станов. А это еще значит... могут у нас два лока, оба афлики, да? Это значит что? Что предстывало Йога. Я если еще в демоне. Нет, вот Талим Долорес, по-моему, в афлике. У него Мирал, у него там за весь инст около сотни диспелов. Мирал, он, блядь, дот его. Диспелли, доты всякие, больше диспеллов было. Я диспелли все, что вижу. Вот видишь, стан он не видит. Стан, чуть-чуть что ли? Ну не бред, это я диспеллю. Это всяко лучше, чем те, кто вообще ничего не диспеллил. Никто не диспеллил. Пожалуйста. У меня есть стрим, можешь посмотреть. У птичек. Так. Короче. Перекорпа. Три минуты. Пианист, да? Будет место на келе. Перекор пока на 4 минуты. И короче там это. Сетапу мы. Что менять надо? Больше шевеликов. Я сам отошел. Если я пока не ушел, дай мне еды, пожалуйста. Тыкните, пожалуйста, кто нужен. Спасибо.
Че, заходите все. Кому этот босс не надо? Милизона. Мне не надо. Засоните в чат. Нет. На чё плюс? Кому с миликов этот босс? Замени меня, Гречка, все равно у меня не топовый ДПС. Единственный ДК ДД в рейде. Страшно. Рулет заходи. Рыбу ставлю. Так, чё там, кому? Отдача тебе нужен был, да? Да. А, вижу, в рейде. Ты уже закинул, да, я так понял? В 4 хила прохилят они или нет? Ну, понимаю, как бы прохилят, но если их трех возьмут в контроль и останется один ДЦ, да? Это будет грустно. А вот если не считать контроля, то мы все прохилим. Ну, значит, и там прохилите. Что с кисаями? Френзи кисаями быстрее. Что там с Хисаями и Френзиком? Ну, наверное, вышли фласки, там тикли. Еще не подошли. Перерыв закончился. Хисаями, вдись. Ребят, если вы сейчас не зайдете, я железную дорогу поставлю. Не, не вздумай. А вот Нурглета я не вижу. Карина, где Нурглет? И Карина я не вижу. Адмирал, полностью с тобой согласен. Я еще после гриба в инвентаре разрушитель поездов держу. Где Френзик? Френзик, Нурглет. Френзик в Дискорде. Нурглет тоже. Ребят, я первый раз с вами на этом боссе. Расскажите, что, ну, по-быстрому, как вы что бьете, где кого. А ты ваш? Да, я ваш. Вон, бегай за Алгабондом, и все нормально будет. Просто бегай. На оружие, Грони, Сильви, и все. Макрос на оружие есть? Ну вы же их разводите, ставите, да, есть. И от черепа ставите. Убегаешь, а от инженера от за, бомбы ну, отходишь, да. От бомбы, да, отходишь. Получается... Мага не бьешь вообще. Да, мага не бьешь. Там держ... рейндж держать, это ромбик. И этот фиряет, получается. Каску. То есть если трусы фиряют. То есть если трусы там получится, потому что рядом с крестом стоят, то аккуратно, ну, убейте этого креста, потому что может, ну, трусы могут вернуть. Все, яйцо появляется, ну, яйцо, когда мало хп остается, отходите, потому что оно взрывается и откидывает. Не яйцо, а феникс. Феникс, призматывается. Ну, феникс. Че, блин? Нет, от яйца тоже отбегаешь, потому что там появляется феникс, он откидывает. Правильно. Так если не появится. Нет, если яйцо убиваешь, феникс не появляется. Не наладьте играть на мелике. Ой, блять, все. Запуск пошел. Нашли что-то, типа 3 января тактику рассказывает. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете. Если убиваешь феникса, появляется яйцо. А если убиваешь яйцо, феникс не появляется. Тихо, бейте, давайте нить. Буду циклонить, чтобы появлялся. Если убиваешь яйцо, яйцо не появляется второй раз. Там яйца запутались. Надо Лене позвонить.
Она приснит за яйца. Кто-нибудь засумонит Лену? Она за яйца. И двор. У нас бой. Брат, мы убиваем босса, потом спасите, придите. Варх, знаешь, какую пуху поднимать? Сам разберемся. Напоминаю, при первом использовании бомбы меру вы не подбегайте. Столько кабаны. Сейчас на полную рулету стоим, дайте набрать кубик. Ставить. И рейндж держите. Им чё, ГБ порезали? Походу. У нас просто слишком много хантов стало в рейде. Народ, не подходите, милики. Я чё, ёбну. Чё, сможете? Убивайте. Пухи свалили все тут. Пул на меня. Босса, понял. Войду просил. Заберите. Сюда войска. Видишь. Все сразу. Все на позиционку установить, отойдите немножко. От топора отойдите все. Центр там лежит. Где-то там. Что, блять, шамановские тотемы. Сложно выговорить шамановские тотемы. Какой это там? Сколько там до активации? 15 секунд. Сейчас уже вот-вот. Возможно, я недооценил вас. Слышь, 15 секунд. Рензик, иди бей, блядь, это. Аккуратно. Если есть возможность, девка, дай волшебную огонь поменьше. Держите все, это же сама РГД зарубка. Без анатонца на рулета. Слава.
отлиться, то фир даст, и в следующий раз вас будет похилит. Есть переключиться. В первую очередь крестик дадут. Не берешь перед контролем, короче, по боссу. Максимально по боссу. Смотрите за лыжами. Отдаю гимна ману, ибо у меня ее нет. Ратор. Лыжи. Вот. Куху снял, но все равно законтрольте кота. Я контроль все снял. У вас два контроля тут. Двоёк контроль. Целебезный убийца. Глыба. Сбить. Лужа мелизона. Фениксы, что там их по яйцо бейте. Ну, под босс. Все, блядь, живое. Раскол будешь? Лужа, после лужи контроль. А на рублете контроль. Только не бейте на рубле. Не убьют. Все, либо лужа. Яйцо быстрее, под боссом все. Быстрее, 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 быстрее. Чуть быстрее. По боссу. Там 5% осталось до фазы. Добивайте. Лужа контроль. Лужа контроль. Законтролить. Ну, блядь, серьезно, кто там божественная буря? Вага, блядь. Буря надо крутануть. Там D4, это круг. Блядь, я понимаю, кто-то может как-то. За все невозможно усудить. Понимаешь, когда ты третий в джагле. Добивайте яйцо и. Это что, ты капал одина защищаешь? Так, ты пропал, Френзик, да, ты сказал? Да, Френзик, понимаешь.
Поднял. Ну, сейчас время есть побить. Потом милики с вами эти дают черт, да. Дают черт, да, добить. Знаете, хоть какие-то бафы потом? Да, да. Стали на рендж, бьем босса РТД. Пилых. Десять. Семь. Четыре. Идем дальше. Ложим под боссом мили. Зарентался еще 2 секунды. Боже, босс. Гравитация. Ты же надо умудриться в луже сдохнуть, да? Лёха, блядь. Тут я урона 0. А я-то от тебя пиздов словил. Вообще не, инопланетяне не сейчас. Убивайте. Да не надо было вставать. Баффа, бля. Да и так добьют уже. Да. Подойдите кто-то к ней. Я ведь злопамятная, запомнил. То просто баф в упор надо давать. Я смотрю, Лёха мимо пролетает, меня прям впритык на нахуй на 500 хп осталось. Он меня сейчас убило, блядь. В луже тебя убил. Как могу. Же так можно? Сейчас был в луже умереть, да? Она в самом конце была. Твой плащ. Я в табличку смотрю. У меня уже аддон вы... Неужели этот грудак упал? Давайте мне её сразу. Смотри, какой сразу. 5000 кп за придачу. Порядка. Короче, по ролу, кто у нас выиграл? Вага 94 и ягодный тор 94. Короче, определяйтесь кому. Сейчас дай порт, пожалуйста. Отдай ваге, ваге отдай. А вообще воет. Чё? Ну, ты первый порол. На чё? У него 94 вроде. Да забей. Это шея. Берёт? Раздавай-ка. Он перебил. Чё, всё, конец, да? На сегодня, да. 389 шея? Раздавай-ка, тебе лучше этого. Да, 389. Он пишет. Да не мне в трейд кидать. Пианисту. Мне не отдашь. Если ты нажал мой инспек, я тебе отдал, начислил ГП, хуй, я обратно заберу. Со мной это не прокатит. Он один раз вару на инту кольцо отдал, как-то не шутить.
Че, серьезно так можно, да? Угу. А чё вы вару отдали? Ну, сдавать, я не могу. Я не могу начислять и снимать. Я не тому отдал, вара обратно отдай мне. Склик. Как у тебя ник? Перенис. Урелу. О-хо-хо. Раздавака, зато ачивку получаешь героическую. Раздавака, там крит с этим. Нет. Там крит РПБ, короче, шея. Синдри хоста вместо РПБ. Не принципиально, я... Да, как синдри, только крит с хостой вместо. Она типа неплохая, но синдром, мне кажется, лучше будет. Да нормально будешь носить. Изи. Уже да, уже будешь носить. Кому грудак-то отдали? Да никому. Сейчас Блять. Так, ладно, Кирс, пока что тебе воронку закину, сейчас рудак разберу. Босс, босс. Так, рудак, короче. Уже забыл. Мейнспек. Два новеньких ролят. Лох спек. Кевка войт. Адмирал. 96, да ладно, блядь. О, хоть один кусок на лох спеке. У меня есть. У меня нету. У меня на мейн третий был. Но я новенький. Мне нельзя. От 7 наберешь 7. ИП, тогда я тебе спокойно буду отдавать. Лёх, кстати, если чё, у него 2Т5 есть. В курсе, я видел. Говорю, типа, наберёшь 7К ИП, тут буквально одну, полторы недели по рейдам походить. Где-то вдали плачет одна Настя, кстати, о птичках. Так, короче, кто там выродил? Отбирал. А? Не дам Эмиралу. Полезно. Это на самом деле, что выбросить. Мне вот плечи бы на обспек на холика. Этот Ена дашь на рестор друида тебе зайдет. Погоди, Кисло, у тебя сколько кусков на обспеке? Да не надо это тело, я так. А, тебе тело не нужно? Тело медведь. Обспек, рудак берется эти. Ну да, с этих, да-да-да. А тебе на рестор друида в рудак на. Ай, давай, дашь мне. Я улетел уже, там портал потом прыгнешь. Короче, в Долоране. Угу. Так, не начислял за... Я ничего не начислял. Лёх, чё по воронкам? Сейчас, из воронки точно. Кидай её. Три штуки, по-моему. Чё следующее идём? Всё. Только ЕП подождите. В смысле, больше рейды? На этой неделе идём в таком режиме, как говорится, немножко отдыхать. Не так, как на прошлой неделе, за два дня все РТ закрывали. На этой неделе немножко так с отдыхом идем. То есть много времени РТ не уйдет. Те, у кого есть Т5 по мейнспеку. А тотема с этой же недели не можно, нет? Да, тут тотем уже. Можно, да? Да, тотемы идолы. С этой недели можно, да. Теннис, у нас все. РСР, ЦЛК больше нету в РТ. Можно на них КД ставить? ЦЛК обычка будет, наверное.